Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это продолжение партии в Sid Meier's Civilization 6 за Турцию против живых соперников ФФА на семерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда интереснее смотреть с самого начала. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. Ацтек, ты, когда тебе предлагают мир, ты либо откажись, либо прими, потому что держать его как бы дальше, это не прикольно. Скажи, я его не вижу. Я же тебе сказал. Ну, просто всего я в войне с двумя цивилизациями. Я же сказал, что послал предложение. Потому что, типа, он может тогда в любой момент этот мир принять, понимаете? Типа, когда там у него проблемы. Так. Кампус уголь. Ну тут вот тут угольное как раз нафиг надо. Так, в Стамбуле колесо обозрения. Дальше у нас тут вот такая. Блин, мне тут артефакт добыть на самом деле. А я открыл их вообще? Вроде должен. Да, должен был открыть. Ну и где у нас эти места археологические? Историческое место. Как кайф, вообще рядом... А, вот одно есть. Ну, в Стамбуле надо... покупать археолога. Блин, так долго будет идти. А, блин, опять мисклик. Ну это какой-то прикол. Уже. Это просто игра Трололо. Уже стоял у меня ученый там. И я мискликнул. Блин, мне Трабзон интересно, сколько уже потеряно производство здесь. Да, нельзя с таким таймером воевать, просто нельзя. Это что-то нереальное. Какие-то озарения дали. Подождите, у меня, по-моему, в Измире... Нет, даже в Измире уже есть. Подождите, у меня 6 городов только? Чё-то мало. Вильнюс не хочу захватывать, Лахор тоже. О, Каса де Контрасьон. Вот это, кстати, круто. Я ее построю. Да, на месте болота, но это очень крутое в данном случае чудо. Ну, короче, мне надо использовать, иначе он убьет. Так что нету, не будем ждать, когда у нас появится. Надо химию быстрее открывать.
Блин, а чё я этим не походил? Я этим был... Ну чё за лабы? Ну кому? Я бы этим убивал этот... Тем более с этим великим человеком. Норвежец на счёт. Окей. Этот минус. Кораблик, видимо. Поможем. Чё, помогаем отстать? Полно снуждается. Там и тут у обоих можно попробовать. Я не знаю, кого он будет атаковать из них двоих. Сделайте с ним что-то, пожалуйста. Я готов. Готовы воевать? Норвежец. Норвежец? А, не включи удар, готов. 3, 2, 1. Ну, блин. Ну что, ну это я тогда потеряю, скорее всего. Нет, я не готов. Отставь предложение. Театралочка. Давайте поставим. А, тут отремонтировано уже. Один ход до химии. Валим. Так, мне там кого-то вроде дали... Ученого еще одного, что он делает? Озарение для компьютеров и случайное нового времени. Ну. Следующий тоже насчет? Да. Я, наверное, создам реликвию. Пускай капает туризм. И... Ну, точнее, вера, мне кажется, пускай капает. Союз-то продлевать-то будем? Я за. А, что тут у нас? Вербовка партизан. А, вулкан опять извергся. Я так думаю, что не так? Убил разведчиков. Мне. Диверсия на производстве. Ну, это странно. Я просто не успеваю даже 6 городами нормально поставить производство. Это я не прав. Я бы хотел голосовать за Сулеймана, либо за себя. Сулеймана тогда. То есть, типа, караваны ко мне? Да. А по религии что? У меня нет. Там у меня не религия. Там претензии. Кому? Ну давай 5 на 50 меньше, нуби. Как бы пофиг. Так. Есть. Я, наверное, буду сначала эти атаковать, а потом уже пытаться этого. Потому что этот, если я убью, то мне вряд ли этого убьют броненосца, а вот этот броненосец... Если я убью, то меня тут будут атаковать с трех сторон. Более того, если я этим проатакую, то вот этот броненосец не сможет уйти никуда. Так, что прошло? Ко мне и... Да, все то же самое. Я готов.
Да, я, в принципе. 3, 2, 1. Вот видите? Да, но этого убьют, наверное, все-таки, да. Так, попробуем добить какой-нибудь. Да, давай, дружить. Сможем ли? Вопрос. Американец, предложение. Принял. Американец, что за дела? Анна, норвежец, предлагаю мир. Ты отправился на континент, на который я также планировал селиться, но при этом он ближе ко мне, чем к тебе. Из-за того, чтобы... Вместо того, чтобы на Мапуче набить я кучу ресурсов, город, я потратил кучу ресурсов на войну с... А сверху, вот Вашингтон и Сан-Франциско, он вертикально над моей столицей. Так, вот здесь мы покупаем лабу. И в Халепе покупаем лабу. Покупаем там, где меньше всего производства. Не, я к тому, что я что-то вообще не строим. Интересен уголь. Я планировал туда сидеть. А, мы строим. А у тебя вообще нету? Нет. А, потом... В этом-то весь прикол. Ну, вот не договорились. В Трабзоне я куплю следующим ходом. В Измире просто пока невозможно. Навоевались. Ну, я как бы тоже весь... Посмотрим. Вот это есть. Все, что осталось у норвежца от флота. Не смотри, у араба все. Больше норвежец не контролирует. Точнее, у турка. Море. У него и уголь. Да, что-то и как-то... уголь, да, там все замечательно. Так, вот это мы убираем. Где у нас соседство промышленных зон, наконец? Гавани, кампуса. Давайте попробуем рационализм. Хочу. Интересно, сколько даст. 17 плюс. Немного. Знаете, я хочу сначала... А, и то через сталеварение. Блин, я угольную шахту не могу построить. Ну, зато повоевали. Ну, ошибка... Во-первых, влез ацтек. Он мне реально мешал. Я бы с той стороны... Тот флот, который мне уничтожил ацтек, я бы с той стороны пробрался. Может, не стоило, конечно, город этот уничтожать. Ну, все захватывать, раз я уже ацтек воевал со мной. То есть ацтек мне уничтожил юнит до того. То есть, если ты объявляешь войну как союзник, и, ну, то есть в ответ я уничтожил город его. Я думаю, что не стоило было бы уничтожать, просто оставить. Я сомневаюсь, что ацтек бы его захватил обратно. Вот в чем дело. Но у меня получилось в итоге, что я из этой войны не получил ничего. Так, значит, в Трабзоне не хватает пока, да? Следующим ходом купим. В Халепе тут все... Ну, тут хотя угольная на плюс 6. Ладно, все равно пока амфитеатр. Я союзник двух. В каждом центре вещания и канцелярии. Да, вот здесь, в Трабзоне и... В Измире театралки можно поставить будет. Нормальные тоже. Да блин, смотрите, не показывается город никак. Так, а в алюминии никто еще не вышел случайно? Ну, отстаем по науке от американца. Потому что... О, наконец-то отвалила эта фигня. Наконец-то в Стамбуле закончилось жилье. Господи, тут вообще, конечно, город просто... Так... Тут у нас еще надо починить. Но он мне в итоге больше, кстати, наворовал, чем я у него. Вот тут, если бы я не потерял флот у ацтека и прошел бы,
то очень бледный вид имел бы норвежец, потому что у него весь флот там, а я ему просто тут все граблю нафиг. Я бы смог там ему убить, но правда я, конечно, мы бы отставали, что он, что я. Ах ты, Йоханнесбург кто-то перекупил. Нет, тут дофига производства мне дает Йоханнесбург. 123 производства, как вам? Стамбул. На такой карте? То есть на обычной карте 150 производства к концу игры, это нормально считается. А у меня 123, и мне надо сейчас гранты будет читать пингалой. Просто без удержу. Кстати, хороший инженер. Боже, ты прям в самом начале, как только падает дружба, сразу прям. У меня даже еще ход не начался. А, ну у меня просто так и хост, наверное, слишком сильно заранее начинается ход. Я уже там успел город построить здание имеется. Так, ну слушайте, у нас тут вряд ли мы улетим. А по очкам-то я... По очкам-то тут... Знаете... Тут, как ни странно, лидер в игре Гал. Потому что у меня большие... Он культурно там очень сильно... Я объясню, потому что мы вряд ли... Нет, мы вряд ли улетим, потому что очень низкая производственная карта. Ну и вряд ли, конечно, культурой кто-то победит. А вот по очкам он просто очень далеко. Ядерки в него надо кидать. Это ж как бы никак не мешает. Так, а где у нас компьютер? Я бы хотел компьютер, чтобы меня не затопило. Ну, так, как раз через переработку. Блин, а тут у нас алюминий. Не, вы знаете, я лучше в компьютеры. Я боюсь, что очень скоро нас начнет топить. 7 ходов уже, не, в компьютеры. Только в компьютеры. Коммунизм берем. Промышленные зоны. Ну, давайте на уголь. Военная академия, морские порты и стены возрождения. В довольство с гарнизоном. Давайте вот довольство с гарнизоном. Или, блин, науку. Вы знаете, я, наверное, вместо угля вот эту науку поставлю, потому что... Так, бои на вашей территории, торговое наследие, потому что... Угля у меня достаточно пока. Внутренний не хочу. Действующий губернатор с двумя и более повышений. Тоже довольство и жилье дают. Или, блин, больше... Ладно. 277. В идеологии выходим. Идеологии... Освободится одна карточка военная. Так, а куда мне, собственно... Вон, к нумибийцу надо. Тут у него две штуки. Какая буря неприятная. Леш, союз продолжим? Да. Да. Пять клеток повреждено. Кайф. Так, у меня тут вербовка партизан. Время выполнения. Плотины, я очень сомневаюсь, что у кого-то будет плотина вообще. Ну, больше предложения. Ацтек, предложение. В
Блять, это он выкупил клетку, чтобы я не увидел его город, видимо. Ну, совсем уже. Ладно, я таким образом увижу. То есть у него, если бы город сам брал, он бы вот эту клетку взял, например. Потому что в шестой циве через жопу сделано, вместо того, чтобы самые лучшие клетки брать, берутся ближайшие. Зачем-то. Так, я, наверное, этим отступлю. Давайте, наверное, Водане театралку здесь. А почему не сменяется? Не понял. А почему у меня в Адане не сменяется клетка? Вот это не дается. Чего я не могу ее сменить? Как бы нормальная клетка вроде. Да трындец, и что происходит просто? То есть я бы в Трабзоне тут театралку делал, а здесь, ну, раз, два, три, третья клетка. Блин, очень странно. Смена. А, она ему... Тьфу ты, вот я дебил. Она и принадлежит этому городу. Ай, блин. Так, в Трабзоне покупаем лабу и строим театралку. В Стамбуле. Ну да, следующий грант. У нас на гранты прокачан парень. Я хочу быстрее выйти, чтобы меня не затапливало. Так, на что он тут? На парти... Ну, я не думаю, что у кого-то пригороды сейчас есть вообще. Конечно, гляну, но у меня такие большие сомнения. А. Так что продолжаем, видимо, тырить бабки. А лабы, кстати, без электричества бесполезны, да, я правильно помню? Почему? Ну, они дают науку. Ой, блин. Лаба поломана. Гавань, промышленная зона. Почему-то на территории Нубии я нахожу артефакт американца. Боже, слушай, американец, ну это буря, это вообще трындец какой-то, да? Она еще и до тебя добралась. Ну, да. У меня так всю игру, парни. Держу в курсе. Хода 4 действовала. Началась в Халепе. А что, для компьютеров прям и самолеты нужны, да? Два биплана. Я так понимаю, нету пока тематического. Ну что, смотрю на ученого, все читают. Так это слабый ученый. Ну, такой себе. Но когда эти 73 культуры вход, то не очень слабый.
Так, а Магнус у меня в халепе. Блин, он как-то вот в халепе может поменять местами Адана и халеп... И, ну, вот этих двух губернаторов поменять местами, мне кажется, стоит. Так, там Фес пытается забрать норвежец. Ну, есть логика, конечно. Мне нету смысла забирать, потому что он отвалится у меня по лояльности. Просто... Так, меняем все-таки. Нет, хочу поменять Вадану. А Рейну в халеп. Слушайте, я что-то думал, у меня городов-то побольше. А оказалось 6. Блин, и тут все сломали мне. Эйфелева башня в разработке. Все красиво будет. Все, блин. 34 силы у Феса было. Парень, который суровый. Давай мы с тобой поторгуем. Сейчас хорошо. Леша, а Фесу объявляй войну, тогда его больше нет, по факту. Он мой. А что, только я, все остальные тоже? Ты просто сюзерен, ну и все остальные. Ребят, Фесу войну объявляем. А что не так? Ну его нету больше. А, прикольно. Не понял. Тошновор, сюзерен. Тошновор, Форк и Джонни. Объявите Фесу войну. А почему мы объявляем Фесу войну? Потому что его захватили, да господи. Это могу объявить. По кочану. Все-таки баг этот остался. 12 ходов до затопления. Или морской порт лучше строить. За улучшенной авиацией. А улучшенная авиация где? За переработкой. Ну, пока не хочу ничего принимать. Все, правильно. В правильном направлении. Я, наверное, лучше покупаю. Самарканд в игре еще, нет? Или решка? Самарканд? Да, в игре. В игре. В игре. Ну, инженера, мне кажется, я тоже должен забрать. Но вот этот, кстати, не особо ученый классный. Я читаю проекты, честно, чтобы наука была. Блин, тут нужно рабочего. Халеп, конечно, пострадал. Никто мне деньги ворует, у меня так один этот центр коммерции. Ну, давайте полиграфы и к себе посажу. Явно ко мне кто-то будет. Так, диверсии на производстве. Наверное, хищение технологий попробуем.
не знаю, что с этими шпионами происходит. Убиваются и все тут. Театр угольная. Нет, тут плюс 2 всего лишь. Давайте все-таки попробуем королевское общество и улетать. Хотя ходов мало, мне надо в компьютеры выйти. Потом пойдем в радио. То есть космопорт вот где-то здесь получается. Ну, хоть инженер на плюс 20. Так, давайте пройдемся по городам. Слушайте, а научных ГГшек больше не осталось? Ну, еще Хатуса и Полония. Да. Класс, я их даже не вижу. Кто продаст инфу где? Уже продаю. Полония с краю сверху. Все с краю сверху. Где тут край, расскажи? Если относительно меня, то строго на север. А, ну я там как раз... Там, где Регистан, что ли, вот там? Еще раз? А, все, я встретил. Я встретил Хатусу. Габустан, Габустан. Нет, тут еще Регистан есть. Так, Хатусу встретили. Так, ну что, надо туда теперь? А, значит, мне теперь надо открывать на послов все. Дипломатический квартал. Блин, Махенджидару. Ацтек и этот все перекупают. Так, здесь, значит, бонус для кампуса и промышленной зоны. Для центра коммерции гавани, тем не менее, тоже ставим. Успеть эти стены построить. Довольство. Так, ну я бы, наверное, тогда уже этот поставил, потому что, видите, уголь в ноль уже идет. 304 науки, окей. Да, блин, когда эти компьютеры-то откроются, ё-моё. Что так муторно? Буэнос-Айрес тоже не врёшь, что ли? В игре. Смотри, ты же всегда можешь перейти к тому городу. Догадался, просто спросил. Спасибо. Так, какой там следующий? На чудо света, ладно, мне это... Сейчас мне это не особо надо.
Так, у нас из Халепа бегает. У нас вот из Мира. Не, бегает из Мира, из Трабзона бегает. Из Аданы бегает. Ну, из Стамбула само собой. Из Стамбула 2. Эдирне. Но я бы из Стамбула все равно отправлял. Я там буду космопорты строить. Так, хищение технологий. Да. Делаем. Этот у нас на родной территории. Значит, отправляем к себе. Что там, союзимся или? Али, как? Сейчас, секунду, я тебя отключу. Смотришь, есть ли у меня алюминий или нет. Так, а чё я морские порты-то не покупаю? Две пищи, два золота, две науки, одно жилье. Это надо? Это я очень пока надо. Нет. Ну давай, ну чё ты? А смысл? Померимся. А чё мериться-то? У тебя нефть есть, у меня нету. Первый гигантский город. Так, ну я тут явно сваливаюсь в темный век. В этот раз. Не, давай поговорим. Ты там готов, если что? Блин, мне надо как-то их отусу. Я тебе дружбу предложил. Подожди, а кто говорил, где Болонья? Американец, ты говорил, что сверху от тебя? Да, с севернее Вашингтона. Это мне наоборот туда, значит, надо плыть. Да ё-моё. Ну, что вот это, ну? Кайф просто. Это даже не лаг был, это просто не слушался этот... мышка. В Адане и в Стамбуле удалось. Так. Значит, тут мы сажаем... так, в контрразведку. И еще одного шпиона сделаем в Адану. Посадим. Так, ну ладно, апну Магнуса на кооперацию. И тут 94 производства стало. Окей. Так. По какой-то странной причине мне больше денег. Ладно, отправлю. Ну тут отправлю к Нубию, потому что там две еды, три производства. Так, сделаю тут рабочего. Тут тоже. Так что, Лёша, тебе показали, где тут... Болонья? Ну, мне же сказал американец уже. Ну ок. Губернатор Рейна заняла должность в Халепе и в Адане. Да, 6 городов, что-то как-то я... Так не хочется Вильнюс захватывать. Вообще. Но он реально много культуры дает. Плюс 50 бонусов. То есть у меня вот эти 6, видите? Театралка у меня 6 за соседствами, хотя эта театралка должна иметь 3. То есть это в 2 раза больше, и это тоже 6, соответственно. А можно, пожалуйста? А это 12, да?
Кайф. Тогда государство под конец хода не пересюзерение. Блин, Эйфелева башня для американцев, конечно, круто. В том состоянии, что сейчас... Ну да, да, на, в твоей территории, наверное, ладно, да, так. Кате, нам повезло очень, что американец без гор, иначе у него было бы науки завались, но зато культуры завались. Так, морской порт, Вашингтон, угольное не надо нам здесь, военный, священное место, пригород, пригород, кстати, пригород давайте. Алексей, есть посол один? Есть. Закинь в Йоханнесбург. Чего? А, типа, ты пересоюзил? До 6 докинул. Я бы сам уже посмотрел, но спасибо, что заботишься, чтобы я не пропустил Йоханнесбург. Да, мы обычно, когда с другом играем, предупреждаем, если не претендуем на Говех. Я хочу сначала Болонью найти, потом поставить карточку на плюс 2 и уже тогда отправить... Вот, давайте охрану, кстати, природы. До сих пор воюют. Как раз я должен, да, ускорить его потрясающим пригородом. Своего веселья. А, тут притягивающий, блин. Я тоже хотел воевать. Немножко. Может, где-то есть потрясающий построить? 10 ходов, убийц. Давай мы повоюем хотя бы, хоть что-нибудь сделаем. Ну, вот тут есть, но... На самом деле, глупая война у нас. Он меня забирает... Но... Вон, напади на американца, если тебе делать нефиг. Так ты мешаешь, лол. По морю плыви. О, по морю еще умнее. Ну, он да, там читает, конечно. Проект Манхэттен, если что. Да, блин, вообще нигде нету. Это на всякий может, случай, если уран бы. Будет. О, есть, потрясающе. Так, мы тут строим. Но, судя по всему, уран будет только у Алексея. Почему? По традиции. Нифига. Уголь был, нефть был. Как а раз не раз не все был, значит, этого не был. Нет, Буря, ко мне не иди. Нефть обработаем. И темный век. Это уже точно не работает. Воевать не будем. Здания тоже вряд ли. Давайте торговые эти. Так, вот здесь нам надо лесопилочки везде поставить. А, вот и Болонья, слава богу. Нашлась. Так. Получим послов. Ускорим районом. И тогда будем кучу науки получать. Мне бы их, конечно, засюзеренить. Но это вряд ли. В Болонье 10, а Тусе 7, да. Ну, то есть я бы мог... Иметь скилл кисевания больше, да? Так, тут все у меня пока. Шпиона. Давайте шпиона построю. А что с пригородом? Может, вот здесь на месте... Давайте вот здесь на месте этого пригород поставлю. В Трабзоне. Археологический. Морской порт купим. В Измире. Жилье. О, у меня тут гавани нету. Прикол.
Так, следующим ходом надо смотреть, где, где плотины можно строить. Так уже одно было вообще-то. Уже второго уровня будет. А, я думаю, что у меня по 10-то стены строятся ходов. Так, кстати, а где у меня вообще серьезные проблемы? Блин. Ну вот здесь так себе. Этот банан мне вообще не нужен, потому что я до него не дотягиваюсь. Ну вот в Адане кампус. И вот и в Трабзоне вот эти клеточки. Давайте, наверное, так. Так. А что в столице? А, вот эти... О, слушайте, да, тоже надо. Тоже надо. Блин, там следующий ученый, наверное... Ученого забираете. Просто дает 500 науки, 500 культуры. Надо в чужом кампусе просто его использовать. Так, ну, дальше в космопорт. Охрана природы. Давайте, наверное, пока в демократию на один ход. Дождемся уже постройки. Потрясающе престижного пригорода. Просто отвал башки будет пригород. Проведение диверсий, похищение технологий. Вероятность побега. Так, и я хотел... Да блин, а Вильнюс-то зачем? Вот им нефиг делать. Блин. Серьезно, Нубия. Нубия, а зачем тебе Вильнюс, я не понимаю. Тебе больше реально некуда отправлять послов? Да. У меня просто тогда появляется желание его снести. Это ты себе и мне зачем-то. Тебе чего сносить-то? Ну я а что он мне дает тогда? Он мне не перестает давать. Так. А так я просто как бы очки повышу для себя. Аквакультура. Я могу созвать, если не могу. Так, этого я хотел в Адану посадить, чтобы они меня там не воровали. Ну, это норвежец, скорее всего, потому что американец и нумибиец не могут меня ничего воровать, потому что они в союзе мы с ними. Так, давайте посмотрим по техам. 52, 50. Ну, давайте к норвежцу, наверное, переброшу. Хотя я тут тоже могу, видите, воровать. Стандартизация. Так, что по ресурсам? Алюминия все еще ни у кого нету. Какая плотина построена? Археолог. Так, в Трабзоне хочу купить морской порт.
В Измире. Да ну нафиг, пока и тонет, мне маяк важнее. Я археологом успею, мне кажется, собрать здесь. О, еще и Аншан есть. Походу нам не суждено построить плотины на следующий ход. Я построил. Ну вот в Стамбуле у тебя, у меня в Лос-Анджелесе и в Бостоне один ход, но мне кажется, оно не построится. Ну, следующий не построится, потом у меня много производства в Стамбуле. Можно, пожалуйста, изучить? Кстати, так это, наверное, клетки, что будут затоплены навсегда, вот эти две? Нет, просто пока сломано. Приятно. Один ход, видите, я успею тут построить. А вот тут 9 ходов в трабзоне, это хреново. Потому что это, оно 4 хода. Блин, вот трабзон хреново. Американец, предложи, что хочешь за это. Давай так. Тоже не так много. Спасибо. Так, следующим ходом надо будет послов отправлять. Мне тут даже ремонтировать ничего не надо будет. А вот тут в Трабзоне жалко. Тут еще и эти апельсины тонут. Да. Нет, апельсинки, нет. Держитесь. Следующим ходом. Карточку убили, поставлю. Да? Чем-нибудь выдвините монету обратно. Но она скоро потонет, не переживайте. Так, морской порт есть, вот, есть, в Халепе нету. Не есть. Одной кнопочкой. Есть. Ну, я бы в Халепе купил. А строил бы тут, наверное, художественный музей. Начиная освободить историю. Четыре хода еще будет. Я вот просто думаю, тут либо... Ну, тут, наверное, космическую гонку надо проталкивать, но я еще даже космопорт не открыл. За все проголосуем. Всем будем помогать. Так, что у нас по дипломатическим очкам? А, ребят, там у нас кельт... Ну, в смысле, гал 6 очков до дипломатической победы. В смысле, чудес там нет. Боже, все построено. Так, тут дамба есть. То есть у нас проблемы с дамбой только в Трабзоне.
этой хода до следующего затопления. Сколько у нас ходов до голосования? 4. То есть у меня через 4 хода будет минус к каравану. То есть у меня нету смысла караван строить здесь. Тогда шпиона. Да, ну вот, короче, в Трабзоне жопа произойдет. Так, охрана природы. Вот забыл. Это важно. Это, ребята, важно. Так, первый посол. Сюда давайте. В Хатусу и Болонью. Да, блин. Так, давайте сначала в Хатусе. О, 382 науки. Уже повеселее. Да, Самарканд ты уничтожил, да? Да. Я дурак. А, не, есть, вон стоит. Чего вы постоянно про него спрашиваете? Да я что-то... Да у меня война с ним была. Аншан захватил кто-то. Видимо, ацтек. Ну, его отпустили, Аншан, а потом захватили, а потом уничтожили. У нас три монополии. Серебро у Гала, соль у норвежца и кофе у норвежца. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!